Вы смотрите обзор товара удобрения «Осенняя», «Фертика», 1 кг. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Комплексное гранулированное удобрение. Рекомендуется для плодовых и декоративных деревьев и кустарников, луковичных культур. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период. Обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и формирования мощной корневой системы. Обеспечивает благоприятные условия для укоренения и дальнейшего развития луковичных растений. Способствует полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек. Упаковка пластиковые пакеты по 2,5 кг. Состав НПК 4,8, 20,8, 31,3 икра. Нормы и способы внесения. При посадке саженцев. Удобрения вносят в посадочную лунку, тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и органикой, затем высаживают саженцы. Норма внесения – 60-80 грамм на кв. метров почвы. Во время осенней перекопки почвы. На бедных почвах и в районах с малоснежными зимами почву можно заправить удобрением с осени. Удобрения равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы. Норма внесения – 50-60 грамм на кв. метров почвы. При высадке луковичных растений. В августе-сентябре, при подготовке почвы под посадку луковичных растений, удобрения равномерно распределяют по участку и заделывают в почву. Норма внесения – 80-100 грамм на кв. метров почвы. В летний-осенний период. Для подкормки плодовых и декоративных деревьев и кустарников удобрения разбрасывают в приствольной зоне и аккуратно перекапывают почву. Норма внесения – 30-40 грамм на кв. метров почвы. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.